Кумертауские бизнесмены вновь оказались на высоте. И не просто на высоте, их назвали лучшими на республиканском конкурсе «Предприниматель года». Непосредственно церемония награждения прошла в столице Башкортостана. Здесь же, в Кумертау, их пригласили в городскую мэрию, чтобы воздать по заслугам на местном уровне. Сначала я думал, что, наверное, победил уже, если пригласили. Но когда попал в зал, то волнение было, потому что приглашены были все, кто подал заявки. В этот раз совсем все было по-другому, потому что в прошлом году я по рынку, по центральному, занял призовое место «Лучший предприниматель года». А в этом году уже по новому предприятию «УИНВЕСТ» я выезжал. Поэтому я настраивался, как в прошлом году было, а в этом году гораздо так все было, конечно, посерьезнее. И, в принципе, только первые места распределялись. Ну, сколько претендентов было, не знаю. Как бы комиссия рассматривала, но на окончательные было отобрано три. Как бы номинировали, представляли троих кандидатов. Из троих выбирался один человек. Ну, в принципе, с нашего города было 24 заявки, вот мы вчетвером прошли. Я не знаю, сколько точно было заявок, но, по крайней мере, номинировано. Вот из трех человек, из нас два были, ну, очень достойные ребята, поэтому сильные были конкуренты довольно. Представлялись там и торговля была, и ресторанный бизнес был, ну, много чего. Но я думаю, наш бизнес все-таки интереснее был и, наверное, с какой-то стороны был, наверное, привлекательный. Поздравлял представителей бизнес-сообщества лично глава администрации Борис Беляев. Предварительно градоначальник напомнил предпринимателям о текущем положении дел. Так была озвучена информация о статусе заявки в Фонд развития моногородов, результатах муниципальной программы поддержки предпринимателей и о планах по строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры. Я благодарен вам, потому что мы, каждый из вас, каждый из нас носим копилку в развитии нашего города. Поэтому я думаю, что если судить по тем годам, которые были раньше, вот 10-й, 11-й, 15-й год, то динамика, она положительная. Мы на самом деле потихоньку развиваемся. И мы хотим, на самом деле, чтобы у вас, вот, ваш бизнес шел, конечно же, легче, чем в других муниципалитетах. Не знаю, как в других муниципалитетах, там есть другой глава и другие предприниматели. Но мне кажется, что у нас на самом деле предприниматели самые дружные и активные именно в республике Башкортостан. И, наверное, скоро мы станем по всей Российской Федерации и известны в том числе. После этого первый заместитель главы администрации Ирина Голованова огласила результаты республиканского конкурса «Предприниматель года 2015». Всего в этом году его участниками стали 22 кумертауских предпринимателя. Четверо из них победили в различных номинациях. В результате город Кумертау в целом показал лучшие результаты по республике Башкортостан. Предпринимателей поблагодарили за активную жизненную позицию и наградили почетными грамотами и благодарственными письмами. После церемонии награждения слово предоставили директору агентства по развитию территорий Сергею Головяшкину. Он сообщил об услугах, которые оказывает новая структура по консультированию бизнесменов, и отметил, что на данный момент это осуществляется на бесплатной основе. В завершение встречи представители московской компании провели презентацию бренда города Кумертау, а предприниматели в формате онлайн-диалога обсудили предложенные варианты и внесли свои коррективы.